клевый набор по Лего Ниндзяго фильму. Да-да, я серьезно вам говорю, это самый клевый набор по Лего Ниндзяго фильму. Этот дракон просто гигантский, 60 сантиметров в длину. Вы просто понимаете? Это же очень круто. Что ж, давайте приступим немедля. И начнем мы с мини-фигурок. В этом сете 4 мини-фигурки. Сенсей Ву, Ллойд, Гармадон и Чарли, говоря с Армиаку. Начнем с самой неинтересной мини-фигурки, это Чарли. Уберем эту базуку из его рук. Его оружие это вот такой вот гарпун в виде рыбы, у которой изо рта торчит гарпун. Это такой стиль Армиаку. У него очень клевые принты для каких-нибудь там ваших спецназовцев кастомных, мне кажется. О, но и сам очень похож на спецназовца. На спине у него такая вот штука, которую, наверное, крепится к шипу, допустим. И у него из деталей клевая шапочка. Что ж, следующая мини-фигурка, моя любимая в этом наборе, это Гармадон. Он четырехрукий, клевый. И прошло уже, блин, сколько? Дофига лет с того момента, как была выпущена первая мини-фигурка Гармадона. Я всегда хотел заполучить этого злодея, и наконец-то он у меня есть. Вот супер тканевый плащ, эксклюзивный для этого набора. Лицо у него одно, клевый шлем, эксклюзивный для этой серии, а не для сета. И в экзорсесах у него две катаны классические. Дальше мини-фигурка Ллойд. Это зеленый ниндзя, главный персонаж набора. Принты клевые, меч тоже клевый. Вот такая кисточка болтается, и он сам по себе клевый. Принты на спине есть. Это какой-то нарп. Эксклюзивно в этом сете то, что маска собирается из двух деталей. Это фишка масок из серии по фильму. Вот, посмотрите, два лица, и второе его лицо, это очень хмурое. А первое, это радостное вот такое вот личико. Нормально одену маску. И я могу сравнить его с двумя серийными фигурками из обычной серии. Вот два классических хода, вот по фильму. Прикольно. Следующая фигурка, это Сенсей Ву. Очень клевый тканевый элемент, очень клевые принты, борода и вот такой опять же спиннер на спине. А вот классический сенсей. Теперь вкратце о этой лазерной указке. Она клевая, прикольная, с брелочком и с лазером. Ну, прикольное дополнение. Сам дракон божественен. 60 сантиметров в длину с выдвинутым хвостом. Это просто топовый сет для любителей драконов. Голова очень детализирована, пасть открывается. Голова крепится на двухсегментарных крепежах к телу. Может вот так упасть или также подняться. Сверху на голове наклейка, изображающая перетекание металла вот в эту пасть. Язык сделан из флага, глаза из прозрачных голов. Дальше очень детализированная голова продолжается. И здесь вот такие вот штуки, закрылки, которые двигаются, чтобы можно было сделать вот так голову и по всякому другому. Дальше у нас кабина управления Ллойда. Здесь такой голограмма, клавиатура, рычаги управления, наклейка и крепление для меча. Дальше все это перетекает в основной корпус. Здесь шея дракона вот так может подниматься. Дальше все это идет вот в эти закрылки, которые тоже могут подниматься, опускаться и по-всякому. И это все сделано для одной функции, для поднимания вот этих закрылок. И здесь выдвигаются у нас турбодвигатели. Это еще одна, как бы так сказать, отсылка на то, что этот дракон мех. Дальше идет тело, и здесь вот такие вот сгибы для тела с резиновыми деталями, чтобы оно полностью не сгибалось. Хорошее решение, как я думаю. Здесь наклейки, шипы и функция хвоста, который может делать так. И, конечно же, лапы с упыркометами. Для любителей ниндзяго этот набор просто must have. Этот дракон очень милый и клевый.
Если вы думаете, покупать его или нет, то берите. С вами был я. Всем удачи и пока!